Традиції новації у спрадвішнім народному мистецтві лоскутному шитті об'єдналися у тематичній святочній виставі. Одна з часток – роботи, створені призерами міжнародного фестивалю-конкурсу «Полоск-Квіл-2016». Гэта твори, упригожені фрагментами фамільного рукоділля, вязанням або вишивка середини минулого стагоддя. Другая частка – приклади сучасних технік лоскутного шиття, створені удельницами фестивалю у Гродно. Доповнила виставу і книжна експозиція з народних криниць. Город Брест – это первый из белорусских городов, который представляет эти работы на суд простым жителям нашего города. И впервые они представлены не конкурсному жюри, а простому обывателю. И я думаю, любой женщине будет интересно приехать и посмотреть. Галина Масюк лоскутным шитьем занимается давно. Ее работа «Калядный анёл» выкликала особливую увагу жюри Полоцкого конкурса. Гостей выставы Галина познакомила с историей лоскутного рукоделия и поделилась секретами семейной техники. Этим занимались моя бабушка, моя мама, и понятно, что и эта любовь передалась мне. Хотелось бы украсить нашу жизнь, потому что при помощи лоскута это легче всего получается. Лоскуточки, они все разные. И вот как радуга многоцветная, так и лоскут, он дает вот эту яркость. Лоскутное шитье – спрадвешное народное мастерство. Традиции рукоделия заховываются и передаются с поколения у поколения. У всех жадающих ближе познакомиться с лоскутным шитьем чекают у Брестской детской библиотеки имя Пушкина на протягу месяца.